Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что 20 сентября в стране состоятся досрочные парламентские выборы. В последнее время глава правительства критиковал работу законодательного органа за медлительность. Возглавляемая Трюдо либеральная партия не имеет большинства в парламенте. Канадцам необходимо решить, каким образом закончить борьбу с коронавирусом и восстановить страну лучше, чем было. Нужно завершить программу вакцинации и оказывать содействие людям до окончания кризиса. В течение двух последних лет Трюдо в парламенте опирался на поддержку новой демократической партии, которая теперь все реже проявляет солидарность с главой правительства. Наблюдатели отмечают, что Трюдо хочет провести выборы как можно раньше, чтобы воспользоваться общественной поддержкой в контексте успехов в борьбе с пандемией и сформировать правительство большинства. Оппозиция обвинила либеральную партию в политическом оппортунизме.